Это здравствуйте. Сегодня у нас срочные новости до вас. Это сегодня в 2 часа дня возле Петрады случилось это ДПТ. Была большая авария. Пострадали 4 машины. Это давайте посмотрим, как это все случилось. Как вы видите, дети есть неаккуратные люди. И мы советуем каждому водителю быть очень аккуратным. И за рулем не ездить с детьми пьяным, и по телефону не разговаривать и не курить. С вами был корреспондент Сережка. Всего вам доброго.